деяния. Помогайте друг другу в благостных деяниях и в проявлении набожности пред Богом. Набожность – это трепет, это ты когда поступаешь правильно и хорошо. И вы хорошо сказали, справедливо. Но справедливо не с точки зрения преступлений, а с точки зрения благочестия. И дальше идет понятие. Но никогда не помогайте друг другу, в Коране говорится, никогда не помогайте друг другу в вражде и грехе. Во вражде и в грехе никогда друг другу не помогайте. Вы это по телевидению в СМИ, наверняка в европейских, не слышали. Соглашусь, мы тоже практически не слышали.